Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан в составе председательства Исматуллина, при исполнении обязанности секретаря судебного заседания Галиеве, участник прокурора Ахмедшина, следователь Сопроноза, обвиняемый Ливану, участвующий по видеоконференции в связи с его адвокатом, Кроватского, представившего удостоверение ордера, Гаврилова, представившего удостоверение ордера, Рагриади, представившего удостоверение ордера, рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционным жалобам адвокатов Гаврилова и Кроватского, защиты интересов обвиняемого Ливады на постановление Вахитовского района суда по указанию от 8 августа 2017 года, которым продлен срок содержания под стражей на 3 месяца, а всего до 7 месяцев 16 суток, то есть до 13 ноября 2017 года, Анатолий Николаевич Ливаде, 11 ноября 1953 года рождения, заслушал доклад Сергея Исматуллина, изложивший обстоятельства дела, сущность принятого судебного решения и мотивы апелляционного жалоб, выслушал выступление прокурора Ахмедшина, объяснение обвиняемого Ливады, выступление его адвокатов Кроватского, Григориади, Гаврилова, поддержавшего довод апелляционную жалобу, выслушал мнение следователя Проноза, полагавшего постановление оставить без изменения, руководство статьями 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УК Российской Федерации постановил. Постановление Вахитовского районного суда об указании 8 августа 2017 года в отношении Анатолия Николаевича Ливады оставить без изменения апелляционной жалобы адвоката Гаврилова и Кроватского защиты обвинения без удовлетворения. Апелляционное постановление может обжаловано в конституционном порядке президентом Верховного суда Республики Татарстан. Мотивированное постановление будет вынесено в течение трех суток. В течение процесса будет проект подать замечания по ходу судебного заседания.